Я устала подтираться и решила сделать длинные ногти. Все равно все думают, что с длинными ногтями это невозможно. И куда бы ни ступила нога мастера, а точнее меня, мне делали комплименты. Это, кстати, было очень приятно и немножечко неожиданно. Просто на минутку, прикиньте, вы приходите в СДЭК забрать свою посылочку, а вам женщина говорит, какие у вас красивые ноготочки, и тебе это так приятно. Но какой же ошибкой было сделать этот глаз? Чисто на просторах интернета увидела, думаю, всех есть, у меня нет, какого фига, сделала себе тоже, а он цепляется, зараза, за все. Шипы я оторвала через неделю, а вот с этой лампочкой проходила весь месяц. Следующие мои длинные ногти будут еще более бомбезнее, но если я разберусь с пиротехникой, ребята, это откроется другой мир. Какой красивый Моргенштерн.